дом. Here's my glass. Юрочка, дорогой, с днем рождения тебя, здоровья тебе, счастья, удачи и долгих-долгих радостных лет. Мне бы очень хотелось быть с тобой в твой день рождения, но что же делать, расстояние. И я надеюсь, что мы очень скоро встретимся, и я сделаю все, чтобы приехать к тебе летом. И я знаю, что ты собираешься в следующем году приехать сюда. Как видишь, здесь прекрасные есть места, куда мы можем пойти и выпить шампанского вместе. Целую. Тичер, привет. Мы тебе написали песенку. Слова мои, музыка Соловьева-Седова исполняет Нора. Сегодня вечером дружба не сможет оказаться неотмеченной. За вашим праздничным столом хотели быть мы на своем, но эту песенку мы все равно споем. Пора выпить рюмку, и рюмку полную, полную, полную налей. Мы выпьем за Юрку, а также Ирку и за детей. Пускай жизнь раскинула Данюка, пускай возможно встречи все равно не пропускай. У нас с этим строго, не важно водка или вискай. И рядом с Тичером, с Тичером, с Тичером мы слово дружба не оставим заковыченным. Пускай теперь ты улетай, смутишь ты этим нас едва. Учили вместе нас, как закалялась сталь. Пора выпить рюмку, ты рюмку полную, полную, полную налей. Мы выпьем за Юрку, а также Ирку и за детей. Пускай жизнь раскинула далеко, пускай возможно встречи все равно не пропускай. У нас с этим строго, не важно водка. Поздравления уже дожи, то внучат, еще полжизни предстоят. Хороший повод накатить по 60. Пора выпить рюмку, ты рюмку полную, полную, полную налей. Мы выпьем за Юрку, а также Ирку и за детей. Пускай наша заскинула далеко, пускай возможность встречи все равно не пропускай. У нас с этим строго, не важна водка или вискай. Тичер, будь здоров, дорогой. Мазл тов. Мазл тов. До 120. Для тичера на твой день рождения. Сначала я сел писать стих шуточного, но хвалебного дифирамба. Быстро понял, что мой профессор в UCLA Владимир Федорович Марков правильно сказал. Мне стихи писать не нужно. Так и сказал. Я вам 5 поставлю, а вы больше стихи не пишите. Ну, он действительно прав. Зачем? Тичер, ты уже стих. Поэтому я продолжу пешеходно. Я не знаю, что из этого получится. Поздравление, тост или признание в любви. Наверное, больше всего мое маленькое послание – это выражение любви человека, который совершенно конкретно сделал мою жизнь лучше. У меня нет ранних твоих фотографий. Вот самое старое. Вот. Это. Вот ее обратная сторона. Вот так, так.
важный момент. Нужно остановиться и, не чокаясь, поднять тост за память командора, что мы всегда делали. Поехали дальше. У меня всегда было чувство, что в твоем взгляде часто проскальзывала какая-то совершенно очевидная мудрость, омытая слезой опыта и какой-то прошлой боли. На мою буйную душу это действовало успокоительно. И несмотря на то, что в моих ушах постоянно звучит «Зеля, не будь идиотом», это звучит не как укор, как критика или унижение. Это как родник многовековой мудрости человеческой, нашедший выход, channeling, да, через твои трунящие глаза. Тичер, ты даже себе не представляешь, сколько ты дал мне советов. Советов, к которым я прислушивался. К сожалению, не очень часто. Но ты не знаешь, что я разговариваю с тобой почти каждый день. Вообще, честно говоря, каждый день. По многим поводам. И каждый день в моих ушах резонирует одно и то же. Зеля, не будь идиотом. Надеюсь, что многим из нас стукнет 60 в течение следующих 12 месяцев. Так получилось, что после всех эмиграций и великих переселений мы с тобой только встретились в 96-м году, через 18 лет разлуки. Мы, как друзья детства, наверстывая упущенное, я поднимаю этот тост еще раз, чтобы ты был не только здоров, но чтобы мы продолжали дружить и встречаться еще 60 лет. Такое простое и скромное желание. А вот теперь стих. Тичер, ты элегия моей жизни. Для технических работников элегия – это лирический жанр, содержащий в стихотворной форме эмоциональный результат философского раздумия над сложными проблемами жизни. В древнегреческом это двустище – гексаметр, пентаметр. Вот тут уже начинается математика, так что многим из вас это будет понятно. 6 ударений, 5 ударений. Okay? All right. Поехали. Твоя огромность всегда с нами. Прибавив света к мраку мира, и несмотря что за морями, в тебе легко найти кумира. Трансцендентальность грубой стези, овеянная очарованием, хрустальностью душевной вязи и обаятельным вниманием. Итак, как музы наших предков, ты наш учитель, друг, призвание и вечный дар для однолетков и стимул преобразования. Очень тебя люблю.